Раунд 1. Закончился первый раунд. В красном углу отдыхает Тимерлан Магзимов, Кыргызстан. Ему 20 лет, боксом занимается 6 лет. Счет боям не ведет. Призер чемпионата Кыргызской республики 2022 года. Тренируется под руководством заслуженного тренера Кыргызской республики Бишена Сабатарова. Раунд 2. Yeah.
Закончился второй раунд. В синем углу отдыхает Фарух Тактасунов, мастер спорта из Казахстана. 2002 года рождения, боксом занимается 10 лет. Призер чемпионата Республики Казахстан 2022 года в городе Павлодар. Тренируется Фарух под руководством тренера Ахмадиева. Final round. Боксер красного угла получил предупреждение. Да, ну,
Боксер Красного Угла получает второе предупреждение за выплевывание капы. Боксер Красного Угла получает третье предупреждение. Round number 15. Disqualification. Winner, the blue corner.